Недавно Дмитрий Тарасов решил обогатиться кризисом, и ему пришла в голову гениальная мысль. Теперь экс-муж Ольги Бузовой может прийти на ТНТ ради легкой наживы. Футболист решил продать свой рассказ про бывших жен, в чье число входит и Ольга Бузова. Конечно, его сразу пригласила Собчак в свое шоу, но Тарасов вежливо отказался. Несмотря на все слухи и злые слова про Ксению, но вытягивать из звезд секреты и правду она умеет. Скорее всего, Дмитрий просто испугался, что в эфир войдет что-то лишнее. Тарасов решил заработать на имени Бузовой, ведь большинству зрителей будет интересовать именно история с Ольгой. Естественно, что рассказ Дмитрия будет более востребован у зрителей телеканала ТНТ, на котором она уже долгое время работает. Понятно, что Дмитрий возвращается в жизнь Ольги не с хорошими намерениями, а только ради наживы. В свое время Бузова делала точно так же после развода с футболистом. Однако тогда многие над ней просто посмеялись. Но сейчас певица стала одной из самых успешных и востребованных артистов России. Однако, возможно, что самым выгодным предложением будет шоу Лены Кудрявцевой «Секрет на миллион».